я посчитала. Привет! Привет, все мои друзья. Все мои друзья. Сегодня моя помощница, Кристина, будет делать макияж подруги. Ну, только не подруги, а маме. Да, Кристина? Угу. Покажи коробочку, где у тебя лежит макияж. Пусть все посмотрят. Ой, хорошо. Вот это у нас такая коробочка для макияжа. И прическу будешь маме делать? Да. Ты не садись, вставай, на. Начинай делать. А как ты будешь делать не макияж? Ну давай. Просто доставай. Хорошо, начинай. Что ты мне первое сделаешь? Показывай людям. Покажи, что это? Губнушка для мамы. Губнушка, а какого она цвета? Ой. Розовая. Давай покажем. Вот так. Так, смотри. Розовенькая губнушечка, да? Они такие, там блестяшки, это были блестяшками. А наверху губки? А наверху губки? Кстати, сделай так, чтобы видно губками. Кстати, это... Окей. Что следующее? Ты рассказывай и говори, что ты теперь будешь делать. Что ты теперь будешь делать? Ты показывай и говори. Это что? Это что, мама? Это тени. Тени? Это что? Это на глазки их может, да? На глазки. А какой кисточкой? Вот этой? Ну, покажи. Вот так, вот так. Вот смотри, вот сюда. Окей, давай. Открой. Привет. Привет, Кристина. Никого. Дай это. На. Они говорят, ну дай сегодня папа тебе. Ой, спасибо. Спасибо. Я красивая. Я такая красивая. Да, и синюшка. Здесь? Вот здесь. Ау. Все. Все? Да. Окей. Что ты следующее будешь мне делать? Бровки будешь рисовать? Давай закроем. Положи на место. А румянчик? А румяна? Сделай маме румяна? Вот эти? Да. Румяна на щечке. О, нет, это пудра. А где мои румяна? Розовенькие. Это? Да. Давай покажем, что это у тебя. Румяна на щёчках. На кисточке этой. Окей. Вот это я показываю. Молодец. О-оу. Ау. Стыка. Смотри, бутс. Смотри. Это кисточка. Красивая. Да. Смотри. Ты меня красишь или себя? Нет. Ну да. На щечки только. На вторую щечку. И немножко лука. Лобик, да? Вот так. И носик.
Носик тебе вытащили. И лоб, и щечки, и бубки, и глазки. А бровки? А это на комбошек. Карандашик там, да? Нет, не карандашик, давай сделаем. Ух, я же его им наслащить. Бери маленькую кисточку. Я же им да. Наслащить. А, карандашик, хорошо. Я принесу? Не, хорошо. А я пока здесь пошу. Карандашик появился. Покажи карандашик. Это лисичка. Для бровичек. И вот такие черные. И вот такие черные. А ты их не делай очень черными. Ой. Делай красиво. Все, окей. А глазки рисовать будешь мне? Я нарисовала. Нарисовала мне глазки? Да. А прическу делать будешь? Реснички. А реснички на ловке. Реснички это тушью надо делать. Там нету туши. Давай ты мне прическу сделаешь. Да. Расческа. Расческа была там. Покажи свою красивую расческу себе. Это моя расческа. Ух ты! Хочешь стика? Это? Хочешь? Нет. Ты будешь очень рада. Я буду рада. На какой? А какие стороны? Эти, эту или эту? Не знаю, покажи. Ты покажи, какие у тебя стикеры. Ну давай, любую. Покажи мне. Вот это. Хорошо. Ой, какая липкая. Куда? На руку. Это сюда? Угу. Вот. Давай, будешь делать мне заколочки или хвостики? Хвостики. Угу. Какая ты так красивая будешь? Я буду красивая. О, спасибо. А с другой стороны расчеса? Здесь расчеса. Я еще не закончила вот здесь. Смотри туда. Ну давай, что ты мне какую прическу сделаешь? Ты мне сделаешь заколки, косичку или что? Покажи, что у тебя есть. Какие у тебя заколочки есть? Резиночки. Кристина. Покажи мне, какие у тебя заколочки есть, я выберу себе, что такие. У тебя есть. У меня такие. Ты покажи всем. Я еще не взяла губки. Давай я буду держать, и так будет удобно. Вот. Вот это как. Это мои клики. Давай покажем. Сами не знаем, кого это, или моя, или нящи. Мы не знаем, кого это заколка. Кого? Нящи. Они или нящи. Хорошо. А что еще у тебя есть? Ты хоть такой клик? Хочу такой, да. А куда? Куда хочешь. Сюда? Да? Ты парикмахер, ты делаешь. Сюда? Так. Челочку мне убери. Окей. А ты же хотела мне сделать хвостик. Я не знаю. Смотри, тут сколько у тебя резиночек.
Смотри, какая вот такая заколочка есть. Она поломана. Нет, не поломана. Да. Где она поломана? А, нет. Нет. Поломана. Делай маме. Будет красивая мама. Не могу. Ну ладно, делай другую. Вот такая такой. Есть. Вот такая. И такая. Да. Ты что ж у меня за прическа такая? А вот здесь. Покажи какая-то. Покажи всем. Моя. Да. Бусики свои выделишь? Да. А, нет. Все? Нет. Это что это? Это тени на глазки. А. Ты же мне розовенькие сделала. А это какие? Покажи. Положи, покажи всем. Это на щечке румяна еще один. А, да. Ну, два. Два? Отойди. Это до щечка. У меня есть была другая. Хочешь такую? Будем? Да. Говорит, да. А я вот такую. Да. До щечка. А какой кисточкой ты будешь делать? Нет, вот эти. Нет, вот эти. Нет. Одна большая кисточка. Нет, одна очень большая кисточка. Окей, отдай. Так, отдай. А потом отличишься, и ты будешь такой красивый, когда закончим. Помотаешь здесь, лезу сюда. Держи человеку. Еще держите. Держите. Не за ушко. На коленке. Терпите. Терпеть? Хорошо, да. Терплю. А что, это больно? Нет. Не ушко. Вот так еще. Ушко еще вот здесь. Ну, все красное. Да. Как помидор. Ну, ладно. Ну, закрой. Закрой. Сама закрывай. Делать косичку, а эти. Она косичка будет делать. Вот, красивая. Косичка. Еще и косичку делать? Вот этой. Не делай. И я не знаю как.
Я помотаю. Моя под помотаю, ты делай. Ну это же ты делаешь. Если не умеешь, тогда не будем делать. Ты можешь попробовать, тогда я. Тогда может все? Мама красивая? Может хватит? И муж нет. Нет? 5 минут. И закончится. А. А что? Ободок мне одеваешь? Да. Это ободок. Не одевать. Сейчас один. Это вот. Так. Одевай. Да, одевай. Так. Какой ужас. Все. Нет? Мы с ними попрощаемся. Пока. Говорим пока. Да? Ну да. Что ты еще будешь делать? Гумышка? Да. Вот здесь не ушку. Нально. А. Кристина, ты мне все зубы. Могу зубы немножко. По-моему, мама уже красивая, да? Да. Ну давай скажем спасибо. Спасибо, Кристина. Спасибо. До свидания. Пока. Пока.